Глава республики Игорь Борисов наградил сорт олимпийских спортсменов по итогам 23-х летних игр в турецком городе Самсун. Разделить радость с членами сборной России пришли родственники, ветераны спорта и старшие тренеры. На торжественном чествовании олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Василию Стрекаловскому вручили сертификат на сумму 6 миллионов рублей и от правительства Якутии 1 миллион. Также денежным вознаграждением и подарками отметили Егора Скрябина, Валерия Чемпосова и Евдокию Каторгину. Напомним, сорт олимпийские игры проходили с 18 по 30 июля. Сборная России в общекомандном зачете одержала победу.